Всем привет, дорогие друзья, с вами Павел Георгиев, это видеоблог онлайн-турагентства Георгиев Travel. Сразу хочу извиниться, я сейчас снимаю с телефона, потому что моя камера за такое огромное количество поездок маленько подсела, но я думаю, выпуск все равно от этого получится не хуже. Я приехал, друзья, в отель Sugar Marina Resort, который находится в Кате, и совсем рядышком находится отелем Beyond. Вот там есть буквально такая дорожечка, и мы выходим прямиком сразу же на пляж, поэтому расположение к пляжу близкое, ровное, ни по каким горам ходить не нужно. Давайте посмотрим территорию, номера. Отель это не гигантский, поэтому мы с вами сделаем это достаточно быстро и поймем, насколько хорош этот отель. Я его видел не раз и бронировал своим туристам. На мой взгляд, это хороший, городской, удобный, комфортный, новый и свежий отель. Вот это у нас лобби, и выходим сразу к своему же бассейну. Я говорил, небольшая, компактная территория. Вот у нас номера, и здесь есть два варианта. Первый вариант, мы берем номер просто, понятно, вот такой, или мы берем с вами, друзья, номер со своим выходом в бассейн. Ну, вот небольшой такой, но есть. И вот в этой части у нас есть джакузи, как вы видите, да? И вот в этой части есть основной большой бассейн. Ну и, соответственно, с той стороны тоже также есть свои выходы к бассейну. В общем-то и все. Осталось нам, друзья, с вами посмотреть только номера. Несмотря на свою компактность, друзья, здесь есть также фитнес-клуб. Вот такой прохладненький. И далее мы с вами проходим к номерам. Здесь все достаточно такое стильное, красивое. Вот такие номера у нас. Коридорчик, номера и все с видами во внутреннюю территорию, соответственно, отеля, на бассейн. Если вы заметили, здесь все в таком стиле, картины висят, потому что это отель с приставкой Fashion, Sugar Marina Fashion. Поэтому здесь у нас всякие картины, всякие такие штуки, которые нам напоминают о моде. И, в общем, я сказал, такой действительно модный городской отель. Так, вот у нас номер. Сразу обращу внимание, здесь у нас вот такая ступенька, поэтому будьте аккуратны. Здесь у нас, как вы видите, душевая, ванна полноценная. Здесь у нас холодильничек. Здесь у нас с вами халатики есть. Вот, и здесь у нас такая комната. Чайные принадлежности, диванчик, большая кровать, высокая, замечу. Такие вот прикроватные столики. Смотри, какое гигантское кресло-качалка. То есть такой стильный номер, как говорится, фэшн оправдывает название. И, конечно, здесь вот у нас свой балкон и свой выход к своему бассейну. Ну, это общий бассейн, но все равно свой собственный выход. Вот такой вот номер. Сейчас еще разок вам покажу. Вот так вот у нас здесь все выглядит. Прохладненько, чисто, новое, свеженькое все. И еще, друзья, одна категория номера. Здесь, в принципе, все похоже. То же самое. Здесь, напомню, у нас, кстати, не показал в том номере. У нас есть вот такие шлепанцы на двоих. Есть пляжные полотенца, конечно же. Фен, все это есть. Еще там я не показал зонтики. Они также присутствуют. Халаты. То есть это практически во всех отелях присутствует нормально. Здесь у нас также душевая кабина и полноценная ванна. Холодильничек. Здесь, в общем-то, такая же компоновка. Все то же самое, только немножко дизайн другой. Видите, каждый номера по-своему. Здесь вот такие вот пуговички у нас. Welcome, вас ждут, видите. Кресло-качалка. Надо попробовать, друзья. Да, комфортненько. Прикольный, кстати, отель. Я его частенько оформляю для тех туристов, которые хотят жить в городе, близко к инфраструктуре, и как бы территория особо не нужна. Собственно, вот у нас вся эта территория. Она компактная. Но я в этом не вижу проблемы, потому что если цель гулять по городу для двоих, это вот прям идеальный, хороший, свеженький, отличный отель. Прям рекомендую. Смотрите, от этого отеля ресторан находится вот здесь, в этой части, практически сразу. У дороги мы сейчас с вами быстренько поднимемся. Так, я вам все покажу. Вот здесь у нас дорога, вот здесь у нас отель. И вот в этой части у нас сам ресторан данного отеля. Здесь можно завтракать, обедать и ужинать, насколько я понимаю. Здесь все по меню работает, с прекрасным видом. Очень красивый дизайн тоже, атмосфера. И вид открывается у нас на город. И вот как раз, кто знает, это Beyond Kata.
отеле. Мы, кстати, с вами недавно в нем были, тоже есть канал, на канале обзор. И вот здесь прямо дорога у нас сразу на пляж, и вот туда пошла вся городская инфраструктура, активная, кафешечки, магазины и так далее. Ну что, друзья, давайте сделаем кратенькое резюме по данному отелю. Отель, как вы видите, современный, красивый, дизайнерский, с небольшой территорией, находящийся в центре городской жизни. У нас вот здесь вышли сразу пляж, направо сразу пошла вся активная инфраструктура. Для тех, кто хочет жить в центре, и ему не нужна огромная территория, а в Таиланде я не раз подчеркиваю, что вы будете все равно везде, кроме как отеля. В основном это всегда так. Исключение там семейный отдых, когда вы приезжаете действительно в отель, вам нужно море. В остальном вы в основном везде путешествуете, ходите, ездите, то экскурсии, то какие-то места и так далее. Поэтому классный, хороший отель по хорошей цене, смело рекомендую. Много сюда своих туристов отправляю, и сейчас я побывал первый раз лично в этом отеле, и я вообще нисколько не разочарован, он отличный, хороший, современный вариант. Так что цены на этот отель можете посмотреть ниже под этим видео, там есть моя ссылка на мой сайт georgiev.travel, там есть как туры с перелетом из вашего города вылета, также можно просто посмотреть просто отель. Так что жду вас по всем вопросам, я на связи. Ниже также есть мой прямой WhatsApp, на котором отвечаю либо я, либо мои помощники. Увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, видеоблог и мой турагентство. Пока.